Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области отстояла законность своего решения о наложении штрафа за самовольное строительство. Общество с ограниченной ответственностью «Центрбудинвест» было оштрафовано еще в октябре 2013 года на более чем 400 тысяч гривен после внеплановой проверки на объекте строительства многоэтажного жилого дома с паркингом и офисными помещениями по улице Жуковского, 9. Строительные работы проводились на земельном участке, не отведенном для этой цели. Нарушитель обжаловал действия инспекции в судебном порядке, однако после длительного судебного разбирательства Высший админсуд Украины все-таки признал действия одесских инспекторов правомерными и обязал уплатить штраф.